Сначала надо дегустацию сделать. Главное, варочник сейчас достанет, пока... Да, Витя, рука бы не помешала. Вот, с почином. Сейчас я уже еще вы залезть или как? Зерновой пиво.
уже поздний вечер, а мы все завозим нужные вещи в нашу пивоварню. Вот, пожалуйста, дезинфекция, мойка, молочная кислота, перекись водорода. Вот шланг купили, пистолет, мыть все кругом. Вон хрень какая, 50 литров, чуть не надорвался волок. Лимонная кислота у нас. Вот купили водоподготовку. Да, бачок накопительный на тонну, 1000 литров. Насосик, угольный фильтр, мембрана, обратный осмос, ну, предварительные фильтры. Вот такая у нас будет самая лучшая вода вообще на восточном побережье Украины. Единственное. Подойди туда. Пусть сравнят габариты. А? Хватит на две марки. Даже если враги отрубят воду, у нас будет своя. Все, размечаем оборудование, куда воду подводить, куда электричество. Так, фломастер. Навезли ребята инструментов. Будем подключать всю эту байду в кучу. Что, Коль, будет работать у нас? Конечно, все будет великолепно работать. Я тоже на это надеюсь. А вот нам монтируют водоподготовочку. Ну что, Сань, классная система, как ты думаешь? Лучше всех. Лучше всех. Карлсберг отдыхает. Что ты там наваял? Можно глянуть? Смотри. Ага. Без пени пива не разобраться. Навертел. Понятно. Ничего, потом посмотришь, когда буду готовиться. Хорошо. Розеточки наши. Второй день монтажа, оборудование начинает вырисовываться. Женя, как идет процесс монтажа? Отлично. Отлично? Все будет супер. Ну что, всем привет. Идет седьмой день монтажа. Сейчас пройдемся
поздороваемся с ребятами, что они тут наворотили. Так. Богдан, привет. Привет всем. Как дела движутся? Ничего, потихоньку. Вот как сейчас выдвину. Да. Мы все в сроки успеваем. Грязюки, конечно. Ага, вот и Женя. Привет, чаек. Чай не пьешь, откуда сила берешь? Правильно. Так. Не одна Коля тоже с чаем. Или не с чаем? С лекарством приболел я. Понятно, коньячок. Что у нас тут по оборудованию? Все уже доделано? Сколько? Процентов 70? Да, процентов 70 где-то сделано. Осталось только подключить ЦКТ, коллектор, цепь, управление, и все будет работать. Ну, ты умными словами не говори. Так, так скажешь. Хочется поумничать немножко. Подцепить датчики, подцепить клапана и всем заправлять рубашки. Ну вот, уже ЦКТ почти готовы. Заправим их сейчас пропиленгликолем. Так, тут у нас выходы под следующие ЦКТ будут. Будем добавлять. Так, это фанкойл для комнаты нашей охлаждения. Это грязь, без нее никуда. Так, варочный, а это не варочный, это у нас чиллер охлаждения, уже заправленный, уже даже лампочки светят. А, красота. Так, а у нас варочный порядок уже сформирован. Кабелечки надо уложить, ну что же, сопли такие. Не по фэншую совсем. Все же работает, греет, лампочки светятся. Уже даже лампочки светятся. Ну-ка посмотрим. Ах, люблю лампочки. На работе как каждый день, как Новый год. У нас все тут крутится. О. Наша прям работает. Блин, прям все работает. Кошмар. Так, пультик. Ага, и пивояр. Даже не пивояр, а пивоярь. С ятью. Ну что, через пару месяцев у нас будет сенсорный бердуино. Должен быть бердуино или... Не с телефона будем управлять, с дома, сидеть и пиво варить. Да, да, да. Робота закинем сюда, будем со смартфона его программировать на варку пива. Так. Нравится. Спасибо ребятам. Все очень красивенько, четенько. Грязь мы уберем. Будем варить. Лучшее пиво будем варить. Так, засыпаем активированный уголь в колонну для очистки воды от хлора. От хлора? От хлора. Такой.
такое инферно. Это у нас не вода, это у нас пропиленгликоль. Сейчас будем заливать его в систему охлаждения. Порядок, ребята, доделывают. Все уже практически доделали. Понятно. Все в рабочем состоянии. Так. Пульт управления. Что-то там не так, Коль? Что ты там заглядываешь? Нет, заглядываю просто уплотнительные резиночки. Ага. Все нормально, короче, да? Что там внутри, можно глянуть? Конечно. Какая красота. Ни хрена не понятно. Вот так вот снаружи. Ну, снаружи лучше немножечко. Веселее. Да, да, да. Хоть проводов нету. Понятно. Как дела? Хорошо. Хорошо. Все закончили? Да. Уже домой хочется. Уже домой хочется. Да. Ну вот, все вроде. Спасибо ребятам огромное. Все нормально. Все разъяснили. Будем работать. Видно будет. Ну все. Будем варить пиво. Если разрешат надзирающие органы. Власти. Да, власти. А то... Как бы делаешь, а потом оказывается, что тебе нельзя возить.